Итак, к чему мы подводим? Вот мы одной рукой подготовительное вращение поделали. Четыре. Другой рукой научились. Раз. Два, вторая готовность. Три, четыре. Везде у нас есть усилие на центр. Потом по готовности вы уже пробуете двумя руками. Ну и чтобы запомнить, не сбиваться, можно вот так придумать такую считалочку. Толкаю, толкаю, стоп, стоп. Чтобы для себя проговаривать, чтобы не забывать. Но можно выделить другие фазы. Крючок, крючок, хуань, хуань, отведение, крючок, крючок, отведение, отведение. И везде мы делаем усилия в любой точке на центр. Вы можете потом проверять, не остановились. Где мои усилия? Вот, вот твои усилия где? Нет, не только отведение, на центр, вот, да, разбирай, и здесь. И одновременно я защиту. Еще раз крутанули, зашли отсюда. А, плечо опусти немножко вот тогда. Я щупаю, вот мои усилия, стоп-кадр делаем, вот мои усилия на центр, ты свои показываешь, а я защищаюсь от этих, видите, крутанули, допустим, у меня вверху будут руки, здесь вот оттуда, кажется, вышли. Вот мои на центр, вот мои на центр, и твое, вот чиниш. Такое, поочередно, левое и правое. Вот такое, я могу даже показать, видите, поменяли, у меня в такую позицию вывели. Вот мое усилие на центр, видите, вот мое усилие, и твое, здесь, и здесь. Я могу проверять, поставил пятки или нет, донес ли ты усилие. И таким образом мы можем, в принципе, одной рукой такую работу сделать. Вышел. Так, где мои усилия? Здесь твои усилия где? На мой центр. На центр. О, вот на центр. Отвожу. Где мои усилия? На центр. Вот, а твое где усилия? Вот, отлично. Поменяли. Где твои усилия на центр? Вот, немножко я такой с подкруточки. А мое вот усилие на центр. Отлично. Отводим в этой фазе. Твои усилия на центр прозрачно видно, а мое вот отсюда. И вы в любой точке, ну, получится у вас 4 варианта, скажем, да? Либо одной рукой нащупывается, кто готов, можно двумя руками делать. А в принципе, тот вопрос, который ты мне задавал, да? Да. Я знаю, по кругам, по индивидуальным, немножко другая методика обучения. А здесь просто, когда мы научились двумя руками делать в эту версию, потом мы на шагах ее пробуем. И уже можем прощупывать центр, то есть везде центр. Самое главное, что в любой точке мы оп-оп-оп, центр проверяем. А потом мы берем 4 базовых туй-шоу шили, и они заменяют нам вот эти ваши круги, скажем. Какие? Фуань, шили вы уже знаете. Вот я делаю. Вот руки завел. Показал свою атаку. Ты показываешь тоже. Здесь. Это когда у меня руки сверху, да? Когда у меня руки снизу оказались. Гуа-гуа шили. Это вот такой шили. То есть вот отсюда я раскрываю и показываю атаку на центр. Сейчас еще раз покажу. Раскрываю еще. И ты показываешь. Ну ничего, можно на шаги вперед. И показал вот это сюда. Когда одна рука сверху, другая снизу оказалась. Это все отрабатывается по воздуху и потом с партнером. И на другую сторону сейчас покажу. Это другая рука снизу оказалась. И сюда показал. И ты, фэнгуа. И показал на центр атаку. Да? И на другую руку. И четвертый сюаньфа. Вращательные усилия. Обычно над шаги назад. Сюда, в одну сторону. И потом в другую. А можно в другую сторону? Вот это помедленнее. Сейчас сделаем. Замедленная съемка. Slow motion. Назад дальше. Уверенно. Вот он видно. Нарабатывается это тоже по воздуху. И у нас получается 4 туй-шоу шили, которые мы отрабатываем по воздуху. Флань шили, гу-гуа шили, фэнь-гуа шили и сюань-фа шили. Ну и сюда еще можно добавить винты.
винты. Верхний винт – это вот это усилие, и нижний винт – вот отсюда, которые вспомогательно можно делать. В принципе, на основе вот этих четырех видов плюс винтов я все многообразие и воздействие делаю. Если еще дальше смотреть, я от этой техники тульшова могу переходить к ударной технике. То есть, допустим, выполняя вуаль, удар головой. Либо фуаль и вот этот удар. Либо хэнсуань. Точно так же фэнбор. Вышел отсюда. Боуа. Пошел, мы на обмете. Сюаньфа. И таким образом мы потом учимся, где-то короткое касание, только коснулись, тут же ударили, тут же сюда. Сюда вышел. За краткое касание переход. Вот, в принципе, кратко еще тут шоу служит и расклад, как мы делаем. Научились крутить, потом используем вот эти четыре. Либо у нас других вариантов нет. Либо у вас руки сверху, либо снизу, либо одна сверху, другая снизу. Вот. Продолжаем. Кто у кого получится, пробуйте двумя руками. Кто уже одной владел. Либо пока на одной посидите. И потом с тобой.